Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в четвертом уроке. Продолжаем мы с вами настраивать модуль DJ Mega Menu. И давайте начнем рассматривать настроечки данного модуля. Переходим в админку нашего сайта, переходим в расширение менеджер модулей, переходим в наш модуль. И первая вкладка модуль. Первые три опции — это аналогичные опции, как у родного модуля меню Joomla. Здесь просто не переведено на русский язык, а смысл здесь тоже, поэтому мы их пропускаем и смотрим дальше. Show icons. Здесь такой смысл: показывать иконки везде, только на компьютерах или только мобайл, на мобильных устройствах. То есть иконки, которые мы размещали прямо в пункты меню. Или нет. То есть смысл нет ставить. Я не вижу, потому что мы, если нам иконки не нужны, мы просто их не будем загружать в пункты меню. То есть это вот имеется в виду вот эти вот иконочки, да, на всех пунктах меню. То же самое subtitle, ниже опция, это подтекст, показывать ли. То же самое, такие же здесь на кнопке mobile или нет. То есть subtitle — это вот это вот, где 1, 2, 3. Данная опция у нас позволяет отключать subtitle, но не тот субтайтл, который мы с вами задавали в настройках. Я сейчас вам покажу. Посмотрите, если мы вот здесь сейчас включим нет и сохранимся, то вот этот субтайтл 1, 2, 3, он все равно будет показан. Я для главной назначил субтайтл в другом месте. Я не знаю вообще, для чего это сделано, но эта опция работает именно для вот этого параметра. Смотрите, если мы перейдем в меню, зайдем в главное, у нас также субтайтл, то есть подзаголовок к нашим кнопкам, он также виден, если мы напишем текст вот здесь в примечании. Вот я написал, видите, тест. То есть не вот здесь вот меню субтайтл, да, а именно на вкладке пункт меню внизу, вот здесь справа, примечание. Вот как раз для примечания как раз отключается та кнопка. Вот смотрите, сейчас видно, здесь написано тест. Написал я в примечании, да. Теперь я отсюда выхожу, перехожу в менеджер модулей, перехожу в DJ Mega Menu. И если здесь выставляем положение нет, сохранимся. Обратите внимание на кнопку главной. Сейчас обновлю страницу, и слово тест исчезнет. Обновляю, и вы видите, исчезает. То есть вот на этот момент данная кнопка работает. Движемся дальше. Привязка пункта меню понятна, права доступа понятна. И вот начинаются настройки Mega Menu опции. Первая у нас тема. И у нас здесь есть несколько вариантов. Дефолт — это по умолчанию тот, который используем мы сейчас. Сразу вам скажу, если вы будете подгонять под дизайн вашего сайта, то мы будем менять на вот этот вот вариант. Ну, еще вам покажу вариант классик. Мне не очень нравится, но может быть где-то подойдет. Я выбрал вариант классик и обновляю страницу. И вы видите, у нас меню стало вот такого вот плана, да, такого вот дизайна. Где-то, может быть, подойдет. Мне оно абсолютно не нравится. Если мы выбираем вот этот вариант, у нас как раз вылезают, вы видите, вот такие вот элементы. Это абсолютно к любому элементу, да, мы можем сменить цвет. То есть это очень-очень классная вещь. Чтобы не лазить в код, мы можем путем нажатия, например, меню background, то есть это заливка, фон для меню у нас стоит темно-серый, кликнув вот в это поле, и здесь мышкой путем подбора выбрать оттенок. Или же, если мы знаем точный код оттенка, прописать его здесь. Ну, давайте пока ничего не будем трогать. Мы выбрали тему с возможностью выбора цвета. Мы нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Меню похоже как на дефолт. Немножко только оно другое. Даже, я бы сказал, симпатичней. И, например, смотрите, вот синяя кнопка, да, активная кнопка, давайте сменим цвет. Даже глядя на вот эти вот квадратики, видно примерно, где это может быть цвет. Вот актив меню background, то есть активная заливка меню. Кликаем по цвету и, например, выставим наоборот красный цвет. Нажимаем сохранить, идем на сайт, обновляем страницу, и мы видим, кнопка меняется на красный, то есть активная. Также, соответственно, навожу мышь на другие кнопки, активная как раз таки светится красным. Вот смотрите, при наведении я не хочу, чтобы всплывающее меню, вот именно background, был таким коричневым цветом. Мы находим вот субменю background
И я беру нежность серого цвета. Обновляемся. И вы видите, да? Ну, соответственно, здесь надо делать вот эти вот названия меню более жирного цвета, чтобы, то есть черного цвета, чтобы было лучше видно. Соответственно, меню текст. Соответственно, это меню текста, который вот белый. Мы его видим на главных кнопках. Меню субтайтл. Делаем черного цвета. Сохранить. Обновляемся. Нет, ошибся я, вы видите, у нас именно под текст видно 1, 2, 3 стал черным цветом. Поэтому мы меню субтайтл здесь тоже делаем белого. Белый цвет хорошо смотрится. Субменю текст, он находится под субменю бэкграунд. Делаем его черным цветом. Сохранить. И вот таким вот методом, знаете, тыка, вы сейчас вы видите, да, вот черный цвет поменялся. При наведении белый на синим. Соответственно, видите, синяя кнопка, да, если мы делаем красный, значит, здесь под менюшки активные тоже должны быть красным цветом. То есть вот таким вот образом, сразу вот мы даже видим здесь, вот она есть. Таким вот образом вы, видите, без труда можете поменять цвет любому элементу данного меню. Вот сейчас вы видите красный, да? У нас все с вами работает. То есть дальше подробно каждый вот этот пункт цвета я не буду вам объяснять, потому что я думаю, здесь и так уже понятно, как это все работает. И мы с вами движемся дальше. Движемся дальше. Субменю Type. То есть как выпадает под меню третьего уровня. Дропдаун выпадающий. И вот эта кнопка, это в виде дерева. То есть смотрите, по умолчанию выпадающий. Что это значит? Вот я навожу. Выходит меню, и вот где-то еще у нас есть под меню третьего уровня. Вот оно, вот так выскакивает. Вот это выпадающий вариант. Если мы выберем в виде дерева, нажмем вот эту кнопку, сохранимся, обновимся, то вы видите, стрелочка имеется у тест 11, но у нас не выпадает меню, а оно вот таким списком в виде дерева идет. То есть здесь уже смотрите, как будет лучше вас смотреться. Возможно, здесь иконку надо будет убрать. Здесь уже смотрите, как вам будет лучше. Я оставляю drop-down. И смотрите, drop-down direction, то есть в какую сторону направлять. Вот может так получиться, что крайнее меню у вас будет большой список, и вы видели, у нас меню всегда стремится налево. То есть сейчас давайте, точнее направо. Давайте вот сейчас сохраним drop-down, обновимся. То есть вот видите, меню смотрит, появляется. Оно появляется у нас направо. Вот представьте, такое меню будет на крайней кнопке, да? И представьте, что здесь еще будет четвертый уровень вложенности, пятый, шестой. Вот так будет тянуться у нас в правую сторону. Чтобы меню у нас не вылазило за каркас сайта, для каждого пункта меню мы можем как бы сделать направление. Либо налево, либо направо. Соответственно, вот, это у нас глобальные настройки. То есть вот это вот. Если мы здесь выберем, например, направо, то для всех пунктов меню ваши все вот эти уровни вложенности, они будут в одну сторону направлены. А чтобы сделать для каждой кнопки направление свое, то это делается в пункте меню, там где DJ опции у нас идут. Сейчас я вам напомню, где это. Например, заходим в менеджер меню. Например, вот для кнопки тест нам нужно сменить направление, да, индивидуально для нее. Поэтому я захожу в тест. И вот эта вкладка DJ Mega Menu. Это работает здесь. Вот она, эта опция drop-down. Она такая же опция. Вот вы здесь вы решаете, лево-право или по умолчанию. Но мы пока смотрим глобальные настройки, поэтому возвращаемся в модуль и рассматриваем здесь дальше настроечки. Давайте попробуем сделать налево. Сохранимся. Обновляю сайт. И вы видите, вот у нас выводится меню налево. Все работает. Возвращаем. Так, это понятно. Здесь возвращаю, я по умолчанию ставлю. И колонка ширина по умолчанию 200 пикселей стоит. Колоночка это вот наша вот эта вот колонка, где у нас идет выпадающее меню. Так может получиться, что название пунктов меню у вас достаточно длинное, состоящее из нескольких слов. И если слово будет не умещаться, оно будет делиться на вторую строчку. Если не слишком длинное слово, но немножко обрезается, то вы вот здесь вот можете играться данной опцией, увеличивая вот здесь вот цифру или уменьшая. Если вам кажется, что здесь слишком широкие вот эти пункты меню. Движемся дальше.
CSS анимация. То есть анимация для нашего меню. Вот когда я навожу на мышь, все подменюшки у нас срабатывают. Это у нас анимация с CSS. Если мы это выключим, то у нас с вами не будет анимации вообще. То есть у нас с вами просто появляется меню. Может быть, где-то это даже будет лучше смотреться. Если я отключаю анимацию, у нас исчезают все дополнительные опции. Если мы включаем, у нас тут появляется целый список анимаций и еще дополнительные здесь кнопки. Вот смотрите, вот этот элемент, это у нас анимация, когда мы наводим мышь. Здесь идет список разных анимаций. Вот, например, bounce. Убираем, сохраняемся, обновляем сайт. Смотрите, я навожу, и вы увидите, у нас меню теперь выскакивает симпатичным таким образом, да?